Ну что, ребзя, пора поиграть нам с вами в Fallout Shelter. Давненько не заходили, так что давайте-ка навести мое убежище, посмотрим, как у нас тут обстоят дела. Ну, вроде бы все под контролем. Забираем крышки. Чудесно все. Так, пушка сделалась, это хорошо. Так, а мы можем что-нибудь еще заказать, а? По-моему, к сожалению, ничего у нас нету. Снайперскую винтовку мы не будем делать. Ладно, хорошо, давайте подкопим, наверное, ресурсов и что-нибудь попозже сделаем. Уровень 19, замечательно. Так, и бронька сделалась, но, правда, фуфловая, ладно, хорошо. Все, я думаю, по броне, какую бы нам сделать, но ничего хорошего у нас здесь, к сожалению, нету. Ладно, тоже перебьемся пока. Так что, Тимати, пока ты у меня без работы, будешь просто так стоять и охранять там. Так, новый житель, Джанет Грэхам, да? Давай беги сюда к нам, сейчас мы тебя куда-нибудь пристроим. Третий уровень всего лишь, елки-палки, ну а у тебя какой? Да погоди ты, так, второй. Как новобранцы, ей-богу. Так, четвертый уровень. Гвоздемет. Так, иди-ка ты знаешь куда, вот сюда, потому что мне кто-то должен быть... На парадной стоять, на всякий случай. Вдруг кто-нибудь побежит, он там один не справится в любом случае. Так, а тебя мы отправим, наверное, тренироваться. Вот только куда? Куда мы ее отправим? Я, наверное, думаю, что пускай она у нас копит силу, ну, а потом она пойдет у нас добывать электричество. Так, забираем здесь все. Так, погоди-ка, вот так мы сделаем. Жители у нас должны все-таки танцевать. Сколько-то там танцев сделать, я уже не помню. И, наверное, тебя сюда же. Да, в принципе, нормально будет. Так, а тебя-ка мы вот в эту комнатку отправим. Хе-хе. Сейчас мы тут наделаем с вами делов, по-моему. Потом буду об этом очень-очень сильно жалеть. Хотя, в принципе, мы можем сделать как? Они станцуют и быстро их разогнать всех. Так, Тимати тут один не справится. Давайте-ка, ребята, вперед и на помощь ему. Так, нечего там дурковать. Нам нужно как можно быстрее потушить пожар, чтобы он тут не разошелся, не разгулялся везде. Чем бы еще-то заняться? Давай-ка мы тебя вот сюда отправим. Слушайте, действительно, у нас здесь очень много медиков, надо немножко их разбавить. Так, нет, погоди-ка, давай-ка вот так вот сделаем. Ну что, вроде бы нормально все у нас. Единственное, что вот эта барышня не одета, не шишат. Давайте-ка ей что-нибудь так, гвоздемет. Слишком, наверное, жирно для нее будет, да? Хотя у нас больше ничего и нету такого. Придется ставить. И опять вечная проблема с одеждой. Ничего хорошего нет у нас, придется одевать какой-нибудь хлам. Давайте вот, наверное, вот это вот. Погоди, я не надел. Так, секунду. Опять. Потом пойдет у меня на кухню работать. Все. Так, казарма, ребята. Казарму мы не можем ничего сделать. А вот, по-моему, с гостиницей, с рестораном можно как-то сделать. Вот, минитмены. Неужели мы с вами не накопили еще? Почему-то я думал, что у нас все есть. Хм, странно, замочек не снимается. Может быть, там не должно быть людей? Фиг его знает. Ну, вроде бы как и все. Наверное, мы сейчас, ребята, с вами и отправимся выполнять очередные задания. У нас там 3 штуки висит. Так, вот уже кто-то у нас сплясал. Отлично. Я думаю, что надо их разгонять. Иначе мы сейчас уйдем с вами на задание, они там быстренько наплодят нам. Точнее, не наплодят, а обрюхатят наших женщин. А нам это не нужно, если честно. Давайте... Так, незнакомец. Прям под руку мне попался. Думал схитрить, но не тут-то было. Так, замечательно. Все. Хорош, потанцевали и хватит маленько. Давай, иди обратно в столовку. И ты у меня тоже в столовочку иди. Все у нас пока хорошо. С едой проблем, я так думаю, у нас не возникнет.
Давайте заменим здесь оружие. Какое-нибудь нормальное-то есть? Нету ни шиша. Все, короче, поехали, ребята, мы с вами на задание. Будем сейчас выполнять рейды. Я помню, что там один или два рейда должны быть с хорошим лутом. Отзовись, гарнист. Найти гарниста, вот так вот. Неужели мы найдем наконец-то этого прохиндея, а? Конечно, найдем. Тут у нас карта, раз-два, я обчелся. Тут у меня от этого места кишки в узел завязываются. О, кстати, вот это вот хороший автомат. О, лютик попался нам с вами. А автоматик мы поставим кому-нибудь из наших жителей. И у нас будет, по-моему, там выполнено задание. Ну-ка, что у нас здесь? Тише, благодать, ружбайка. О, квантовая кола, замечательно, просто шикарно. Но вы намеков вообще не понимаете, да? Уходите или хуже будет. Интересно только кому. Мы же, разумеется, полностью и окончательно разграбим и уничтожим ваше убежище. А что до редактора, вы никогда его не найдете. Вот как. Но ведь тут ясно сказано, что новый горн Бостона печатается на складе ядер колы. Я, в атаку. Короче, ему нечего было нам сказать, и опять мы с вами в пролете, ребята. Я думал, мы найдем здесь гарниста, но нас опять обманули. И ничего не сказали. Жаль. Так, подкрепа у нас нету. Не взял я ни ратпаков, ни стимпаков. Ну, в принципе, мы и так их сейчас уроем здесь. Все, лашпены они. Ну и ну. Давайте мне крышки. О, броня даже выпала. Так, можно отправляться. Сколько попросит у нас с вами бутылочек за моментальное добирание до нашего убежища? Ну давай, 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 загрузка. Ну хорош уже, а. Вот самое бесявое в этой игре — это вот эта вот загрузка. Одна. Да, подтверждаем. Пускай они у нас бегут. Смотрите, все у нас синее. Только лютик у нас легендарный попался. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Давайте кому-нибудь поставим винтовку, которую я нашел. Так, еще у нас кто-то там натанцевался. Уже 6 пар. Вот она, ржавая. Есть. Задание у нас выполнено. И мы получили с вами бокс. Так, давайте их в расход. Нечего тут дурковать, согласитесь-ка. Так, ты у меня напругой занимался, так что беги. Все, ага, тут тоже танцуют. Нет уж, давайте-ка в расход, ребятушки. Все, вроде бы, да, никого больше нету. Так, я не знаю, танцевала она у нас или нет, пускай сбегает туда. А ты иди, наверное, вот сюда. Так, этот же у нас был. Нет, мы его не будем трогать. Давайте вот этого усача. Усатый пускай здесь будет. Да куда ж ты бежишь-то? Я же вроде тебя отменил. Вернись давай домой. Тебя там ждут. Ну и все, кажись. Так, давайте посмотрим с вами бокс, что нам отсюда выпадет. Поехали. Стимулятор — фигня. Хлам, ладно, пускай будет. Крышки 100 никогда не будут лишними. Костюм, нафиг бы он сдался. И 500 крышек. Да, что-то как-то не фартит у нас с этими боксами. Одна ерунда выпадает. Ладно, будем терпеть, ждать. Третий и третий уровень получили сразу оба они, да? Хорошо. 16-й, вот это я уже понимаю. Это уже ближе к телу. Так, что у нас тут за задание? Интересно мне знать. Опять эта загрузка утомительная. Блин, надо будет ее, наверное, вырезать из видосиков, потому что она меня бесит. Не понял юмора. Какого лешего ты? Ну-ка, что за фигня? Ждал-ждал и вернулся обратно. Вот, дорога в убежище Полис. Найти Полу Планкин в убежище 813. Так, карта небольшая. Неужели мы найдем с вами Полу эту Планкин? Или опять, как всегда, шиш? Как с гарнистом. Тебе когда-нибудь приходилось видеть смотрителя?
сожалению, нет, меня не удостоили этой чести. Да, ребята, вам не повезло. Вы меня никогда не увидите, зато я вас прекрасно вижу. Ну-ка, стимпаки, чертеж. Лучше не придумаешь. Слушайте, как-то странно, да? Идем, и никого нету. Я надеюсь, с игрой-то ничего не случилось. Микроскоп получили. Вперед, ребята! Пусть смотритель нами гордится. Слушайте, ну как-то странно. Где все? Я не могу понять. Ни одного монстра нету. Даже тараканов нет. Ладно, хорошо. Нам все равно тут надо полупланки найти. И я надеюсь, она будет где-нибудь здесь. Привет, я смотритель Альварес. Сейчас угадаю. Чего ты будешь гадать-то, ё-моё? Вы ищете убежище Полис? Как эта женщина? Пола. Надо же, а ты не телепат случайно, а? Я скажу вам то же, что и ей. Вы пришли не по адресу. Да что ты? Но убежище Полис существует. Осмотрите офисы Волтек на севере. Да чтоб вас всех тут разорвало, а? О, неплохо, я вам скажу. Боксик нам дали. Слушайте, ребят, дурят нас как хотят, а? То гарниста нету, то полупланкин опять куда-то нам отправляют. Ё-моё, я офигею. Обрез получили. Я уж было думал, что все. Сейчас найдем, как говорится, закончим эти квесты и будем уже что-то другое проходить. Нет, все вокруг да около. Сходи туда, сходи сюда. Блин, вот они парят, а? Может быть, вообще нет никакой полупланкин, а так чисто для формальности бегаем туда-сюда, выполняем какие-то левые задания. Ладно, ребят, давайте приступать к очередному, последнему заданию на сегодня. Так, вот знаете, что мне только не нравится? Испытания, ну понятно. Мне не нравится одно, что одна команда у меня уже прибежала в убежище, да? А другая, точнее две других, будут добираться сами. И у нас получится как бы немножко не то. Так, ладно, давайте мы сейчас с вами тут поиграем с ними в «Потеряй голову». Это уже 300 раз все понятно. Да, давайте свой вопрос. Назовите одну из банд рейдеров в Ядермире. Стая пуганые коты-операторы. Слушайте, может, адепты, ребята? Операторы, давай адепты. Ну, что ответите? Точно! Другие правильные ответы. Операторы или стая. Мы угадали. Круто. Хорошо, двигаемся с вами дальше. Так, крышки. Крышки, это хорошо. Увеличительное стекло. О, кто-то появился у нас здесь. Кроты. Кротов мы любим. Особенно убивать. Ну, давайте, давайте, давайте. Стреляйте, еще залпик буквально и все. И побежим дальше вниз. Молодцы. Ой, что это у нас здесь? Ты бы еще сказал, ой, что это я там тронула. Давай-ка заходим сюда. Ага, второй раунд, да? Хорошо, давайте свой вопрос. Какое оружие нужно для победы над Колтером? Супермолот, толстяк, гатлинг, лазер, водяной пистолет. Ну, я не знаю, блин, давайте гатлинг, лазер. Это единственное, что я могу ответить. Ну, обожаю эту пушку, но это неправильный ответ. Поэтому вы потеряете голову. Зашибись. Интересно, какой там должен быть ответ? Ну, не водяной же пистолет, ё-моё. Может быть, молот надо было? Да, этого нам никогда не узнать. Единственное, что вот мне не нравится, если мы не ответили, например, да, правильно, они не говорят нам, какой должен быть ответ, вариант ответа. Так, здесь мы с вами по полной программе снабжены. У нас много аптечек, ратпаков. Только для чего здесь? Вон, опять ратпаки. Санитарные условия здесь просто чудовищные. Что? А, нет. Я уже думал третий раунд. Но нет. Здесь у нас просто небольшая стычка. Опа-на. Это эти у нас, да, костоломы, которые с битами-то у нас тут все ходят.
Да, помню я, как мы в одной серии их нагнули с вами. Да выделывались. Все, хорошо. Продолжаем наш путь. А вот и следующий раунд. Начинаем третий раунд. Что нужно хабалогам? Да ё-моё, что за хабалоги-то еще? Так, огромное колесо, больше адептов, идеальный сэндвич, космический корабль. И... что ты скажешь? Да, эти идиоты не могут поверить в то, что это просто аттракцион. Ответ еще дурнее, чем сам вопрос. Ладно, не будем на это обращать внимание. Главное, что мы ответили правильно. Крыжик, конечно, они нам не очень много дали. Я бы лучше бы их завалил бы там, честно говоря. Ну, давайте мне финальный вопрос. И будем отсюда высматываться. Стоит. А теперь последний раунд. Ядер колы. С каким вкусом не существует? Свежий ядер колы, ядер рассвета, ядер баца, квантовый ядер колы. Давайте рассвета, наверное. Вкус, я хренею просто с них. Ну, правильно, нет? Неверно. Еще одного рассвета вы не увидите, потому что сейчас потеряете голову. Вот я поражаюсь просто, да? Одна какая-то охламонка против моих трех усиленных бойцов что-то еще вякает. Борцуха, да не грусти, ё-моё. Надо действительно тебя немножко взбодрить, каким только образом. Ага, вот мы с вами и получили робота-помощника. Это хорошо, он нам пригодится на базе. Мы его поставим еще на один этаж. Будут у нас на каждом этаже ползать роботы и собирать все это хозяйство. Задание выполнено, награду получили. Сколько у нас потребуется бутылочек для того, чтобы добежать? Покажите мне, пожалуйста, прейскурант. Загрузка, ну хорош. Оу, 6, это слишком много. У меня-то всего одна бутылочка. Ладно. Пускай бегут своим, так сказать, ходом. Ну, что у нас там с плясками-то? С плясками нифига. Так, поход за хламом, срочно в номер, целься в голову. Дипломатическая миссия. Надо нам что-то взять такое долгое и несложное. Так, Тимоти, пора собираться в дорогу. Роберт. И последний, кто у нас тут? Ага, пристав. Берем вот так. И пускай бегут на задание. Мне еще надо найти какого-нибудь супер прокачанного персонажа, который у нас будет с вами бегать в пустоши на недельку. Но почему-то пока нет такого у нас. Надо, чтобы он был раскачан по всем параметрам. Так, нифига у нас не получается. Я не знаю, как вот здесь вот этот замочек снять. Черт, у нас незнакомец исчез, а он был... О, вы посмотрите, у меня усач-то постарался на славу. Блин, и этот тоже. Ё-моё. Ну все, ребята. На два жителя у нас сразу станет больше в следующей серии. Хотя нет, в следующей нет. А вот через серию, да. Потому что они пока будут маленькими. Ну, а уже через серию подрастут. Ну что же, ладно. Задание мы выполнили. Ребята у нас остальные бегут до дому. Пока нам здесь больше делать нечего. Уже будем разбираться в следующей серии. Так, нам нужно еще с кротами разочек подраться. Бокс получим с вами. Ну ладно, дорогие мои друзья, будем на этом закругляться, завершать эту серию. Всем большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось, то с вас лайк. И увидимся уже в следующей серии. Продолжим играть в нее. А на этом все, всем пока.